Матрона назвала четыре знака зодиака, которые достигнут огромного успеха. Август станет невероятно успешным месяцем для четырех знаков зодиака, говорят астрологи. Они смогут воплотить свои заветные желания и мечты в реальность. Неожиданно придет вдохновение и мотивация, чтобы двигаться дальше. Дела будут идти хорошо у четырех знаков зодиака. Один из этих знаков зодиака достигнет фантастических результатов в карьере, поэтому будет на седьмом небе от счастья. А кто эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак Весы. Успех на Весов ждет уже в начале августа. Как месяц начнешь, так его и проведешь, как говорится. Удача будет преследовать вас во всех сферах жизни, в частности в карьере и отношениях. Кроме того, будете в гармонии с собой. В следующем месяце сможете реализовать много желаний, однако на этом останавливаться не стоит. Второй знак Рак. В последний месяц лета раки будут стремительно двигаться по карьерной лестнице. Руководство очень довольно вашей работой, поэтому ожидайте вознаграждения. Астрологи говорят, что в августе все будет удаваться легко, сначала даже будет сложно поверить в такой успех. Однако не нужно расслабляться, поскольку можете потерять свои позиции. Третий знак Близнецы. Близнецы, успех свалится с неба довольно неожиданно, поэтому вы не будете готовы к таким событиям. Астрологи утверждают, что в августе наконец сможете наладить дела в личной жизни. Как камень с плеч спадет, так удастся достичь хороших результатов и в других делах, поскольку будете менее загружены. Четвертый знак Козерог. Козерогам наконец-то удастся самореализоваться так, как этого хотели давно. Представители этого знака зодиака много работали, чтобы достичь успеха, который придет уже в августе. Астрологи отмечают, что вы наконец сможете отдохнуть, поскольку команда будет хорошо справляться с поставленными задачами.